Navruz bayramingiz muborak bo'lsin. Navruz bayramimiz muborak bo'lsin. Sağ ol. Navruz omadu, holi xushrang baromad. Navruz omadu, ruzi piruz omad. Navruz muborak, Navruz muborak. Прекрасного праздника весны. Мы всех вас поздравляем. Навруз пришел, встречай народ. Мы счастья всем желаем. Областной межнациональный праздник Навруз 2021. В нем приняли участие национально-культурные общественные организации Самары и Самарской области, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, этнические, творческие коллективы. Администрация города всегда поддерживает. Вот такие возможности есть. Мы, может, разный народ, да, но единый народ. Поэтому всегда ценим вот эту дружбу. Омар Хайям сказал, сей мир едва ли снова попадем, своих друзей вторично не найдем. Лови же миг, ведь он не повторится, как ты сам не повторишься в нем, говорит. Поэтому туркмены народ очень дружелюбный, гостеприимный народ. В Самаре, как и по всей России, Навруз традиционно отмечают казахи, узбеки, азербайджанцы, киргизы, таджики, туркмены и другие народы. Навруз – это в первую очередь один из самых ярких весенних праздников. И особенность этого праздника, его проведение в городском округе Самара заключается в том, что мы традиционно приглашаем на него представителей всех народов, которые традиционно празднуют Навруз. Навруз – это главный праздник в году у многих народов Азии, отмечаемый уже более 5000 лет. Празднование имеет языческие корни, это праздник поклонения природе, он отмечается в день весеннего равноденствия. С Наврузом связано множество народных традиций и обычаев. Навруз у нас в Туркмении 3 дня отмечается. Новый день начался, Новый год по мусульманскому календарю. Земледелие, там новый урожай готовится, радоваться, что Новый год пришел наконец-то. А как вы отмечаете этот праздник? На празднике столы накрываем, соседы приглашаем, веселимся, вот, радостно все. Праздник начался с выставки декоративно-прикладного творчества. Выставка призвана не только показать разнообразие народных художественных промыслов региона, но и помочь сохранить единое культурное пространство. У вас такая очень красивая экспозиция. Расскажите, пожалуйста, вот почему именно верблюды, юрта, вот какой-то у вас интересный национальный такой сосуд? Жилище казахов. Здесь жили казахи. Это юрта. Это верблюды. Они обычно ставятся в доме, означает символ чистоты, здоровья, как оберег. А это что? А это называется тумар. Это вешается на стену, это и есть оберег дома. И танцев под звуки национальных музыкальных инструментов, от которых в пляс пускались не только участники концертной программы, но и зрители. Атмосфера веселья, радости захватила каждого гостя, пришедшего на праздник. Праздничный концерт открыло яркое театрализованное представление в национальных костюмах, выход музыкантов с карнаем. Это традиционный восточный духовой инструмент, звуки которого всегда открывают празднество. Красочное зрелищное выступление подарило зрителям восторг и восхищение от увиденного. Весна, словно природы танец, покажет солнце новое рождение. Светлый, мудрый, добрый старец несет весны благословение. Яркий Навруз, как он открылся? Все цвета,
все возраста, самые разные народы. Но это все мы россияне. Да, мы разные. Да, у каждого из нас своя культура. Да, у каждого из нас свои традиции. Но вместе мы всегда сильны. И никто и никогда не сможет нас сломать, когда мы вместе. В этом наша сила. В дружбе. В единстве. Празднование Навруза в Самарской области стало традиционным и способствует укреплению межнационального и межконфессионального согласия многонациональной губернии. На Самарской земле мы чтим это все. И это является каждый раз другие национальные культурные центры, когда все это проводят. Естественно, это происходит, что взаимоогощение культур дает импульс для эволюционного развития человека. И это, как говорится, дает укрепление дружбы между народами. И поэтому мы каждый год, как говорится, со всеми нашими национальными культурными центрами Самарской области мы всегда проводим этот праздник. Обязательно. Навруз 2021 знакомит гостей праздника с самобытностью культуры разных народов, проживающих в городском округе Самара и Самарской области. Участие в празднике способствует раскрытию талантов среди молодого поколения. Любой праздник традиционно, испокон веков, был создан для того, чтобы люди встречались, чтобы люди общались, чтобы люди дружили, чтобы люди объединялись. И очень приятно видеть, что праздник, который организован в нашем городском округе Самара, здесь, в гостеприимном зале ДК «Заря», стал центром притяжения для коллективов не только базирующихся в городском округе Самара, но и в Самарской области, и даже коллективов, которые находятся за его пределами, которые организованы в других регионах. На протяжении многих веков Россия объединяет народы, культуры, языки, единое цивилизационное пространство. Мы чтим добрые традиции предков ради будущего, и свидетельством тому является празднование Навруза. Этот праздник, значит, для меня лично и для всей нашей национальности, для всех национальностей, которые здесь собрались, всех культурных автономий, наших диаспорских организаций, один из светлых праздников добра и света, один из древнейших праздников. Если касаться, в частности, Азербайджана, то Азербайджан издревле, с древнейших времен празднует этот праздник. Но после того, как Азербайджан принял ислам, этот праздник попадал под запрет, естественно, духовенство было против. А потом вхождение Азербайджанской республики в состав Советского Союза тоже, естественно, осталось у неизгладимый след, под запретом было до 1967 года. В 1967 году Центральный комитет партии Азербайджана все-таки добился того, чтобы этот праздник праздновался, так как он не является религиозным, а является, скажем так, национальным, где есть вопросы, связанные с нашей культурой, национальностью и все, что связано с Азербайджаном. Проведение межнационального Навруза – это и сохранение этнических традиций, и возрождение культурного наследия, вклад в укрепление межнационального мира и согласия в регионе. Собравшись здесь, на сцене многонационального Навруза, они представляют многокрасочную палитру этого праздника, обогащая культурно традициями своего народа всех присутствующих, зрителей и участников, всех тех неравнодушных людей, кто живет жизнью многонациональной Самары. Праздник Навруз – один из древнейших на Земле. Его отмечали еще до 7 века до нашей эры и считали главным. В переводе с фарси Навруз означает «новый день» или «обновление». Это праздник весеннего равноденствия и начала Нового года у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов. Накрывают столы, обязательно 7 предметов, потом готовят, как говорится, все сладости, еду, и, соответственно, двери всегда открыты. Любой человек, который будет проходить, естественно, приглашает его в дом, обязательно отведает, обязательно, как говорится, посидеть в цене. И так друг другу ходят в гости, но этот праздник он должен 7 дней. Символизирует собой обновление природы, весеннее пробуждение, изобилие, молодость, силу добра и прощения. Уходя корнями в традиции древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии, Навруз стал неотъемлемой частью культуры многих народов. Навруз праздник обновления. Это праздник дружбы и добра. Этот праздник объединяет все нации и народности. Поэтому мы считаем, что это самый главный наш праздник. Узбекский народ отмечает этот
как и все остальные национальности, приготовлением сумаляка. Это национальное блюдо, которое один раз в году именно готовится на Навруз. Ее готовят в основном женщины. Это очень трудоемкая работа, но это ни с чем не сравнимое блюдо. И после этого, ну, каждый одевает новое, национальное, да. Вот что-то национальное в своей одежде должно присутствовать в нашей вот действительности, в России. И обязательно это песни, танцы, веселье. Праздник является традиционным и для Самарской области, где, как и по всей России, его встречают казахи, татары, киргизы, таджики, узбеки, туркмены, азербайджанцы. У каждого народа есть свои традиции, своя культура, свой язык, свои одежды. И человек, если он является представителем этого народа, должен гордиться. Все-таки мы живем в межнациональном сообществе, где люди разных народов проживают в мире согласия. И мы рады тому, что люди, которые заинтересованы в сохранении таких культурных ценностей, они заботятся и вот стараются провести такие мероприятия, такие праздники, сохранить свою культуру, традиции. Главный атрибут на столе, по крайней мере, у азербайджанцев, это самани. Самани – это проросшие зерновые на столе стоят. Знаете, это что-то очень похожее, если проводить параллель с Новым годом. Только у нас он весной. А у остальных это как бы зимний праздник. Но тем не менее, там есть елка, у нас есть семена. Что-то такое зеленое, что-то такое красивое и нас объединяющее. Естественно, этот праздник с древнейших времен еще был в разных эпосах, таких как Кюроглу, таких как Манас. Поэтому говорить об этом празднике как о национальном, наверное, неправильно. Этот праздник мультикультурный. И он нас объединяет. Объединяет всех азербайджанцев, всех туркменов, всех киргизов, казахов и всех причастных к этому празднику. В Самаре почитают и чтят традиции разных народов. Проведение национальных праздников пользуется в нашем городе большой популярностью. Сотни людей посещают подобные мероприятия и принимают в них активное участие. Безусловно, такие праздники оказывают большое влияние на поддержание межнационального согласия в городе. Мы в национальном центре отмечаем для того, чтобы показать культуру своего народа. А как наши предки в древности это делали? А как детей приучали к труду? Как детей приучали к любви к природе? К любви с людьми друг к другу? Надо и песни петь, надо и в гости ходить, и гостей славить, и радоваться, что гости к тебе пришли. И это здорово, что мы все есть, что мы собираемся, что мы ценим культуру друг друга и стараемся сохранить традиции, передать детям, потому что мы были, мы есть и мы будем. Это люди, которые болеют душой за свою национальную культуру, сохранение языка, традиций, обрядов. И поэтому очень важно, сохранив идентичность каждого народа, сохранив традиции каждого народа, объединить их в общую многонациональную семью нашего города. И многонациональный Навруз – яркое тому подтверждение, когда представители разных народов со своими уникальными традициями предстают на сцене, делясь своим творчеством с жителями нашего города. В сентябре 2009 года Навруз был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Генеральная ассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза. Навруз мирамы кутты болсын. Навруз байрамыңызды кутлы, мүбәрәк болсын. Жаныңыз сау болсын, асман арасы дұрсын. Юрдыңыз парахат, ватаныңыз гүлләп өтсін. Сағылық болсын. С 2011 года Навруз в Самарской области отмечается как межнациональный праздник и собирает каждый год множество друзей. Да здравствует Навруз, праздник добра, любви, счастья и новой жизни!